Всем привет! Начинаем вечер. Песня о том, что трогает душу, мы сейчас вам поем. We'll be right back.
небесам. Я сам готов взлететь к небесам, как прикасаюсь к искусству, что будоражит мне чувства, и звуки радуют слух, а на картинах отдыхают глаза. Всегда притягивай будет меня к ужаленным людям, а также тем, кто призадвижи губы. Подозрительно молчат. У кого
Спасибо. На дырявой лодке далеко не уплыть. На дырявой лодке, слышишь, далеко не уплыть. За каким предметом ты с лицом свирепым явный способ ищешь, продырявить днище, ведь на дырявой лодке, эй, далеко не уплыть.
Спасибо. Да погоди, погоди. Да не так надо, ходи. Рок-н-ролл! Что такое блюз? Блюз – это когда хорошему человеку плохо. Ну, наверное, неплохо. Вот нам сейчас неплохо, нам немножко тоскливо, поэтому мы сочинили. Ты хороший человек. Я считаю, я очень хороший человек.
А вы как считаете? Максим Хвостов. Я с детства рано начал спорить, зачем, к примеру, ночью спать. Для всех домашних был я горем, что поздно начал понимать. И в спину тыкали соседки. Обидно так, хоть волком вой. Что когда я сплю зубами к стенке, тогда приходит дом покой. Мой друг, он тоже лютый спорщик, хотя в промыв моих костей, всем говорил, что я хороший. В темноте. Ну а если сплю зубами к стенке, то мне нет равных в доброте.
запомни раз и навсегда. Владимир Дорогов на барабанах. Спасибо. Сейчас сделаем перерывчик небольшой, вот прям буквально небольшой. Сейчас немножко вдохнем и дальше продолжим. Предлагаю философские темы как-то отставить в сторону. Нужно уже лирика, что ли, какая-то. Про любовь говорят, да? Рилик? Рилик. Женщины сразу поддержали. Про любовь давай. Окей. Как
одиночестве под аплодисменты дождя. Но в сердце бросили семечки, и пока не зажили ростки. Ждал ты вечно цветущего вечно, но выросли сорняки. Про любовь. Или нет. Ну, короче, сами поймете. Скажу вам, что случилось со мной. Не пожелал я больше плавать по мелкому. Из-за нехватки витаминов весной пою грибов сушеных, чокнутой белкою. И соблюдая принцип многих людей, все испытал при появлении случая. Я наелся этих странных друзей, что не заметил то, что ноги отключены. Мне говорили то ли мать, то ли сестра. Все жрать, что попадается под руку. А я подумал, это мысль стара. И вокруг нет взгляд меня тащит волком. Весна не дремлет, я опять на ходу. Решил с вопросами отправиться к белочке. Ей объясню про ее зашедший недуг. Это с улыбкой в пищи, это мелочи. Давай поешься, опять будет в норме. Привычно будешь к ощущениям, дай только срок. Приобретай чисто женские формы. И я, конечно, тут же падаю в обморок. Мне говорили, то ли мать, то ли сестра. Нельзя все жрать, что попадается под руку. А я подумал, это мысль старая. И разумный взгляд меня тащит волоком. We'll be right back.
помешанный. Не понимаю, как такой ерунды мне померещилось животное, женщиной. Мне говорили, то ли мать, то ли сестра. Нельзя все жрать, что попадается под руку. А я подумал, это мысль стара. И в результате грязь меня тащит. Волок ко мне говорили, то ли мать, то ли сестра. Нельзя же жрать, что попадается под руку. А я подумал, это мысль стара. И в результате грязь меня тащит. Волоком и в результате грязь меня тащит. Волоком и в результате грязь меня тащит. Волоком. Макс Хвостов тащит и его компания. Глядь, это слово, вы че? No comments. Досадою слегка, пока мы говорим о себе, а друг друга давно не слышим. По разным берегам разносит нас река. С тобой одинаково дышим. Ловля обид, ловля причин. Снова молчим. Снова звучит пока слово. Зигзаг рисует рука, и в облака ожидание снова.
пока. Спасибо. Мартьянов, гитара. Знаете такой термин «женщина-приз»? Знаете, кто это вообще? Что она из себя представляет? Приз в студии. Черный ящик. Сейчас расскажем, короче. Thank you.
Глеб Юшков на губной гармошке. Лет. Мои старые джинсы, как и я, потеряли цвет. В моих стареньких джинсах, как во мне, виден старый покрой. Но когда они плотно сидят на мне, становлюсь я самим собой. Ты можешь поверить, мама, если я что-то забыл. Мои старые
земле копаясь, обнаружил клад. Или сам себе копаясь, обнаружил клад. От восторга заикаясь, я б сказал, что рад. Крылья, чтоб я смог летать. Я взлетел над серой пылью, где легко дышать. И компания. Андрей Щербинин, клавиши. Николай Мачкас, бас-гитара. Глеб Юшков, губная гармошка. Владимир Дорогов, ударные. Ну и, конечно, гитарист Григорий Марцьянов. Макс Хвостов, это он. Время бросил я кормить осень, что во мне так долго жила. С чувством потери годы летели, тихо засыпали дела. Падали мы
вынесли в лужу, как листья, мокли, пропадая на дне. Чувства притихли, будто отвыкли. Будоражит что-то во мне. Ты прости меня, осень, что я спать не хочу. Меня в небо уносит. Лечу. Спасибо. Сегодня мы на этом программу свою закончили. Спасибо вам большое, что пришли нас послушать. Нам было очень приятно.